ну и так далее. Друзья, привет! Я наиграл отрывочек, в котором сразу последовательно применил несколько вариантов элементов перкуссии, своего рода ударов или элементов боя. И сейчас я хочу вместе с вами коротко пробежаться по этому отрывку и разобрать, каким образом можно аккомпанировать себе на гитаре, используя вот эти элементы боя для того, чтобы поддерживать ритмический рисунок. Одним из наиболее простых вариантов является удар большим пальцем по басовым струнам. Когда мы играем, это первый вариант, мы его использовали. Второй вариант элемента боя, когда можно также поддерживать ритмический рисунок, это когда мы играем арпеджио и резко останавливаем звучание, опуская пальцы рук вот в таком вот положении на струны. Это все равно, что вы кладете их на поверхность, например, на поверхность стола и так далее. Вот раз, просто на струны положили. Следующий элемент, когда мы от себя отпускаем пальцы, то есть ногтями не на себя, а от себя по струнам, и в то же время ударяем большим пальцем по струнам. Применяйте это в своей практике, тренируйтесь. Чередуйте эти элементы, и пусть ваша игра будет более ритмичной, красивой, симпатичной, доставляет удовольствие вам и тем, кто вас слушает. На этом хочу попрощаться. Если это видео показалось вам полезным, интересным, несмотря на короткую продолжительность, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны, ставьте колокольчик для того, чтобы быть всегда в курсе, как только выходят новые видео на моем этом канале. И до встречи в следующих видео. Пока!